Спасать людей не подвиг, а обычное дело. Такого мнения придерживаются полицейские Тараза, Данияр Заурбек и Бекжан Тлиншиев. Год назад отважные парни сумели в перестрелке обезвредить вооруженного преступника. За это стражи порядка отметили государственными наградами. Мимо этой многоэтажки капитан полиции Данияр Заурбек спокойно не проходит. Перед глазами сразу предстает картина, словно отрывок из боевика. Он безошибочно заходит в тот самый злополучный подъезд, где ровно год назад, случайно проходя мимо, заметил, как его коллега пытается противостоять вооруженному преступнику. Преступник стоял вот здесь. Они направляли табельное оружие друг на друга. И тогда Бекжан Тлиншиев просил у него: «Бросай оружие, все будет хорошо». И он сказал: «Я не брошу», и он начал потихоньку спускаться. И он примерно вот сюда спустился, а Бекжан стоял вот здесь. И тогда в этот момент я стоял вот примерно вот здесь. И мы сказали ему: «Все, бросай оружие, здесь дом окружен, тебе ты уже не убежишь». А он стоял: «Мне уже терять нечего, я сейчас вас там застрелю и убегу». И сразу же начал стрелять. И сразу Бекжан Тлиншиев попал, и он упал. И когда он направлял в мою сторону и начал стрелять, занял оборонительную позицию, и он упал. Позже преступник скончался, а молодой полицейский чудом остался жив. Однако вражеская пуля, которая попала в шею, приковала его к постели. Свой поступок Бекжан Тлиншиев не считает героическим. Любой из коллег, оказавшись на моем месте, поступил бы так же. Ведь, отправляясь на службу в армию, молодые воины принимают присягу на верность родине. Так и на службе даешь клятву. Поэтому это обычный поступок. Никаким героем я себя не считаю. Желаю, чтобы нынешняя молодежь с честью выполняла долг перед Отечеством. Бекжан Тлиншиев не унывает, а продолжает лечение и верит в чудо. Отец отважного полицейского также не перестает надеяться, что сын снова встанет на ноги и вернется в ряды коллег. Храбрость помогла Бекжану пойти на это. Как хорошо, что есть еще гуманность. Ведь если бы не было человечности, некоторые прошли бы мимо, как будто ничего не заметили. Я горжусь своим сыном. Родина по достоинству отметила подвиг отважных полицейских. За мужество герои нашего времени награждены медалями Ерлеге Ушен. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатилла, Тараз, Хабар 24.